Всем привет, ребята! Бизнес на малине, но не дело не в бизнесе на малине, а дело всем другом. Хочу показать, как меняется погода, температура, по большому счету, в районах. Три соседских района. И какая погода в разных, то есть климат какой, градусы, температура. То есть сейчас находимся мы в Славянске на Кубани. В конце данного видео я покажу, что творится в Славянске. Этот снег выпал уже 8 дней. Сейчас идет дождь. Холодный снег немножко тает, но не так. Это мы сейчас находимся в Славянске на Кубани. Вон там 3 километра Славянск на Кубани от меня. Смотрите, сколько снега. Проеду там километров 40, покажу видео. Проеду еще 40, еще покажу видео. Посмотрим, как буду рассказывать, какой район. Ладно, поехали мы. Посмотрим, какая погода. То есть тут снег видим, да? Славянск на Кубани, снег вовсю. Так, ребята, мы сели в машину. Сейчас сброшу при вас километраж. Так, свет выключу, чтобы видать было. Или наоборот. Так. Вот, обнулились. Сейчас проедем 50 километров, 45, и покажу, как влияет. То есть проедем 50 километров, покажу, сколько снега, какая температура, разница. Вот так Краснодарский край. Три района буду проезжать. Посмотрим. Так, ребята, проехали 43 километра. Смотрите, как поменялось, да? Снега поменьше. Сейчас выезжаем с Варенковской. Хотел сказать Темрюкский район, а это Крымский район. Вот такая погода уже тут. Температура. То есть снег выпал, в принципе, 8, там 10 дней назад в наших 4 районах соседских. Даже заедем в Анапский район, покажу, как там что. Сейчас будем проезжать Жигинку, населенный пункт. Покажу, сколько там снега. Как тает. То есть, сами знаете, таяние снега зависит от средней температуры. Много снимать не буду, за рулем. Ну, уже как-то поприятнее, да? В Крымском районе у нас. Ну, тут тоже снег тут имеется, но уже не, так, не до такой степени. Еще раз говорю, едем мы по Крымскому району, Краснодарский край. Сегодня 31 января. Вот видно, да, уже снега как-то так поприятнее. Сейчас заедем в Анапский район. Ну там получается по границе Анапского района проедем, населенный пункт. Посмотрим, какая тут погода. Вы удивитесь, конечно. Вот так влияет море, получается, на средний, на среднюю температуру. Чем ближе к морю, извиняюсь, чем потеплее и теплее. Потом заедем в наш населенный пункт, где я живу, проживаю, и посмотрим, что там творится. Вы удивитесь. Так, ребята, проехали 61 километр. Едем по Анапскому району. Вот такая погода, вот столько снега. Такая дорога, Анапский район, уже намного меньше снега, намного меньше, не знаю, как видать мне будет. Вот смотрите, как погода. Едем в районе Жигинки, сейчас в Жигинку будем заезжать, то есть проезжать. Жигинка, станица, так интересно устроена, получается, ты вокруг ее проезжаешь, сбоку. Такая погода. Видите, да, как меняется климат ближе к морю. До моря где-то 80 километров, ну, может, больше. А уже чувствуется, что нету снега. Уже как-то и на улице сразу будет теплее. Ладно, сейчас будем проезжать в Темрюкский район. Покажу, какая там погода и сколько там снега.
Ребята, а вот мы Темрюцкий район приезжаем. Не знаю, вывеска видать будет или нет. Заезжаем, вот. Темрюцкий район. Смотрите, какая обстановка по кайфу. Солнце светит. Это мой район. Погода бомба. Не сравнится ни с крымским. Вот такая погода, снега. В принципе, вы не увидите. Может, где-нибудь вон там, видать, далеко снег, на опушках. А проехали от Славянска 68 километров. И уже везде обстановка по кайфу. Климат как меняется. Вроде недалеко проехали, да? А вот погода, вот обстановка какая у нас. Проехал я 82 километра от Славянска к Кубани. Снега, можно сказать, нет. Где вот кучи были, еще не растаяли, вот такие маленькие. В принципе, снега нет. Всем пока, до свидания. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I